Олеся Упругая, расскажите, как вы добились такого грандиозного успеха в шоу-бизнесе? Вы знаете, 10 лет назад я была обычной студенткой. Я даже не могла себе представить, что такое возможно в моей жизни. Я всегда хотела быть телезвездой. Мечтала иметь сотни и тысячи поклонников. И часто перед сном я визуализировала свои мечты. И вот, именно тогда, 10 лет назад, в моей жизни появилась она. В то время, как и все, я усердно готовилась к экзамену. Выживала в метро. И если бы не моя вторая половинка... Ну, вот так я и стала телезвездой. Что еще скажешь? Эй, ты! Вылезай, ты только час оплатила!